Что, мы обычку делаем, типа плюс 0? Да, обычку. Все, давайте, готовность на пол. Нету сумона. Да, блин, там говорят, тыкают, не тыкают. Всем привет. Здорово. Так, это Сякер, я куда сажусь? Куда хочешь. Вот теперь есть. Кира, пожалуйста, сядь ко мне. Ты брал? Да, да нет. Не садиться куда-то, не? Куда садиться, хотите? Обычно. Обычно убиваем, да. Просто сядьте куда-нибудь и все. Если нет. А у меня паузер все. Ну ничего страшного. Если нет у вас осадок места, вон мотоциклы сзади. Берите мотоциклы. Давайте быстрее, эту обычку уже можно понять. Ну чача, рука нет или что? Так, ребят, давайте на присутствие в Дискорде сейчас нажму. Все нажмут. Суманите шамана еще. Сейчас нажимаем нет. Ну чача, нет. Шамана суманите. Вторая пара. Уже сумонили, он АФК, наверное. Нет, он тут. Не пришел. Тыкните нас. Сядь уже куда-нибудь, мучачер. Пришел шаман? Шаман. Да, есть у нас. Что это, блядь, за шаман? СПКР, это ты, блядь, Тризот? Чё? Ну, шаман. Тризот плохом. А, так я сейчас чей это шаман? Не знаю. Все заняли места. Давайте готовность. Все, поехали, заводи. А что не хотели хотя бы плюс 3? Короче, дан пазу. Сжимаю скорее. Еще. Эльдар говорит, без остановки не убьем. Как вы? В обычке. Так мод, он думал, что мы плюс 4 делаем, нет? Это Гера не убьем. Так, Кальдар же сказал тебе это, не спеши. Могли бы и в Гере убить, на самом деле. Сейчас. А что у нас это, два пава только, да? Окей. Сейчас раскидаю бафы вам. Поле пава рыбу, будете бафы-то. Дракона бьем, скипаем. Скипаем, все, сразу next идем. Там плечи падают. Давайте слева трэш чистим пока. Все, в атаке бафать это как назвать. Так, что-то у нас шмот. Ленкодит свою шмотку.
Enchanter есть в игре? Сколько Enchanter есть? Ленкусь, шмоткус. Рейслин, смотри. Я кидаю тебе весь мод, который дизит там. Дизаешь его и потом зандазу на почту или в трейд отдаешь все. Шарды. Ну, Void кристалл. Кольцо никому не надо? Да, да, да. Зандазу. Танки никому не надо там или офспеки. Парни. Ну все. Линкуй со своей шмоткой. О май. Там сразу не валяйтесь, можете сразу бежать и сразу. Слышит, Зандас, дай мне лидера, и я буду постоянно менять ут на трэш на крокуду. Чтоб шмотки падали. А я тебе просто сесть туда. Там еще, кстати, это. Я помню. На руче. Сейчас иду. Сразу же лежим. Не лежим. Я, короче, не вижу этих мобов прошлых, наверное. Далее. Нормальная тема. Что, спулили? Угу. Добейте трэш. Затанчите босса и добейте трэш. Техников убейте. Что? С метками его выносить. Добейте трэш, пожалуйста. Давайте по фокусу. А чё вообще по планам на рейд? Всё в обычку? Эксти, Хадир, Везекс, Гера, остальное нормалы. Фрей может убьем, не? Мне бы на прошлом ТД Фрей хватило. А, ну упадите этих двух мобов, сейчас добьем. Добейте уже трэш и все. Да тут два некому мобы. Бить. Тут а, один, некому там. Уже бить? Ну. Все. Умер Фрей. Чтоб не пулился босс, к нему просто близко, не надо мобов подводить. Это понятно. Так, это моба вот этого возьмите, давай убьем. Забейте, пожалуйста. Забавился комбо, не могу ничего сделать. Один из мобов после комбата убежал в начало инса. Ну вот, убейте его, вот. А это-то зачем? Чё происходит, ребята? Чё за пул-то? Да, этих коров это на. Ну, давайте убьем этих, чё. Конечно, давайте. То будем подыхать по КД.
Острокрылые, Игнис, Собрание. Мы будем убивать уже после того, как убьем Йога, если останется время. Если времени не будет, мы никого больше убивать не будем. Суманите меня, ты когда бьёшь. Ты рыбку брал? Нет. Что? Да и я её вязать не умею. А кто может её вязать? Есть такие. Золю дашь? Сейчас поставлю балок. У 90 хп. Добегайте и поставьте шка. Самое. Локин, шаманьте, пожалуйста, огурцы. А вот а почта есть. Так, Зондас, давай я тебе ставлю банк. Я просто не могу. Давай. На этом персенчу брать. Вот это. Да, я забил рыбку. Так, по поводу танка, что скажу. Ну, ДКшник танк. А, да, второй будет. Танк кто у нас? Всякий же, да, будет? Ну, да. А, ну все, окей. Ну, ты это, ДД пока всякий. Да, здесь-то не надо, потом уже у танка спикаться будешь. А вот такой щита есть? Нет. Есть, так, кто там рыбу может взять? Мы хэм, да. Но тут танк не нужен. Кто это говорит? Дайте трейд просто мне за базу. Дай Зудо рыбу. Да вам крокодил лучше дам. Поставь. Окей, давай ставь. А кто кулаки бафает? Дайте по шаманам кулак, пожалуйста. У нас два паладина. Паузер там будет 10-минутный баф. Это, слышишь, смотри, а зачем МП5, когда у нас, блядь, 6 шаманов? И чё? Ну, блядь, тотем-то будет... Оно бафать? Стакается с ним. Не стакается. Не стакается тотем. Оно стакается МП5. Тут с ним, это уже проверено мной. МП5 стакается. Если хочешь, давай кулак. Ну, если вам не надо это, мне посадь. Похантуй МП5, пожалуйста. Да нету третьего паладина. Прошу прощения. Все, давайте пытался на пол. А испуг? Танчит. Че, он двери побежал открывать? Этот ДК танчит, да? Да, да, ДК. Все, как подойдет, запуляйте. Дайте пристабл. Ребята, уточнение одно. Бьем в хардмоде? Да. Бел?
Бомбот. Милики. Выйди с черной нахуй среда. Не, блять, не переживай нахуй. Сори, Саня, я не видел. Сякер, можешь таунтить сферу в мили, пожалуйста? Повторяй, куда тебе таунтить? В мили, в мили. Ну, чтобы она в мили-зону бежала, не надо за ней бегать. В мили просто таунти, чтобы милики кливали ее. И выносите под правую ногу, пожалуйста. Кстати, вот такой вопрос. У кота таунт можно юзать, да, в форме кота? Направо, всякий, под правую ногу. Не может он юзать. У нас есть воин, у нас как бы пап, который мог. Поисковый свечнитесь. Сорян, не то. Искро. Кто-то черный не очень нравится. А, нормально, сошел уже. Прожимку дайте, гим. Сейчас искру надо будет зафокусить, ребята. Искру пытаемся бить. Да, пытаемся скрубить справа было сейчас. Скром. Иннер по аршами залейте, Рейслина. Быстрее, да. Скром. Саня, кто скилл его стал? 6. А, скром, отлично. Было 6 хилов или что? Почему нет? Нужно быть 5. Опусти, а можно скрикал чуть ниже? 5 хилов, 5. Не, я имею в виду этот. Пролистить. А, чё с ним? Там пив дайте. Чантер, кто?
Надо рецепт. Ранить. Рецепт. Кому надо, Ленку Шмут. У тебя есть уже такой рецепт. Так, никому не надо. Кому-то надо это плечо. Сейчас на Калагар пойдем. Просто сейчас форсим до йога, не, потом уже добивать будем всех. Ой, шмот, если вам надо, никаких роллов. Как будто первый раунд. Трэш, погнали? Да, пойдемте. По меткам фигачим. Где чарки, а где сокеты из кук? Я не отдам шмот тем, у кого нет чарок. Там хотя бы 16, ну, есть. Так, слышишь, я тебе сферы отдам, потому что я не могу. Угу, что? Кому надо ликвид? А, что-то я не тех мобов видел, короче, ну ладно. А вот те наручи, что в трэше были, забрали? Нет, я их не вижу. Не увидел я их вообще. Дар. Чё? У тебя телек. Новости там. Заведи его ближе сюда. Призовые за ФК Огаона были высланы. Только сейчас? Да, зазвечь. Тогда, да, это нужно забей. Они могут месяц их. Да, только где? Обычно он... все сразу прям приходят одновременно, да? О, стоп, я сейчас пишу. По поводу срока. Если до вечера завтрашнего дня вы их не получите, пишите. То есть, если до завтра вечера их не будет. Да смотрите, там с этими призовыми у них лично проблемы. ПВПшные же месяц минимум. Тогда? Чё, думаю, на следующем КД не будет, наверное, 4-го рейда из этих. Что с 25 человек, 10 человек, будет 9 мейнов всего, и кто, который появляется раз в 2 КД. Смысла не вижу этого 2 рейда. Сейчас я просто раскидаю тех людей, которые остались по другим рейдам, все. Не, ну типа, смотри, если три рейда будут до понедельника, понедельник, вторник, среда, можно делать чисто для твинков. Такой, знаешь, чтобы твинков или... Наверное, тот витами не ходит. Почему? Я вам всех своих твинков... Не, ну если вы сейчас пронесете там часа за два нормалы, чисто так по фану, по-быстрому, то да. Тогда да. Если нет, там если вайп отсидеть на каких-то босс, нахуй оно надо.
Так, по всем нормалам идем. Ты хочешь посадить, что ли? Так, там кто-то падал, да, у нас на прошлом боссе? Да, бедный шаман, которого не захилили. А рыбку поставить, пожалуйста. Ставь рыбу шамана. Спасибо. Ну и все обновите тоже. Надеюсь, тут никто умирать не будет, да ведь? А давно у нас друида нет? Сейчас это. Я Занда, слышишь, это... Посохраняй, пожалуйста, ДПС боссов, то есть с XT, вот это вот, с Калагарна. У тебя есть такая функция? Вот такая функция нет. Видос, ну, это по скрин, если можешь, типа, ну, рекаунт. Давай запись просто включу на это самое, ОБС-кой. Давай, мне это надо будет потом. Пересматривать буду. Я не могу скринить, я не на своем компе. То есть это потеряется. Че ждем? Сейчас я запускаю. Через градак просто. Так, короче, Эльдар, я два стрима не потяну, иди на Twitch, короче, туда. Да ладно, тогда не надо. Все, поехали. Давайте. Сейчас позитивно. Через грудак играем или нет? Да, грудь не кливаем. Кливаем левую руку, ой, правую руку, только когда кто-то затянул. Вам не пройти. Бьем руку. Забирает вас так. Руку бьем, все еще не выбили. Все, в тело. Как говорится, не кливаем. Руку. Дыхание, лед. Поднимите это самое. Айспук, подними танк. Которого ДК. Никого. Руку. Тело. Дайте лапку. Шаман, встань. Если... Руку. Не успеваю. Давай убьем эту руку. Давай, или что, сколько у них на хп? Натанчите просто. Танк свободно, иди по правую, убейте правую руку. Руку, да, сразу выбивайте и сразу добивайте ее. Понял. ДПС. Добейте эту руку, готовьтесь, танк, танчить.
И в левую. В левую сразу. Все в левую. Танк, иди танк. Все, просто убейте левую, вы убьете босса. Под боссом это... Бейте просто руку, хильте танк. Эка, обломки. Не подходите. Обломки забери, все. Все, вставайте, кто там умер. Потому что бежать не нужно. Если это, массрез просто, да? А зачем? Тут там ты сразу телепортом придешь на то же место, куда тебе надо. Просто я и есть баг, что я не смогу раздать вот. А, ну ладно, вижу тогда ты. Там уже разнили. Масс-рез, вещь удобная. Жалко с КД только. 10 минут. Надо кому, не знаю, там УД, может кто-то не хочет тратить. Давайте сразу огнестрел кому. Ешьте рыбу, ребят, оставили здесь внизу. Перчатки. Все, пуляйте трэш, который справа. Не разводим их? Нет, ни в коем случае. На офспек перчатки надо. Я не могу сундук открыть, ладно. Больше влево. Давайте ждем босса, сейчас придет. Дайте фубов и рыбку. Он рыба стоит. Не. Да я прибыл. Так, давайте все в одну точку зайдем, вот локовский портал, примерно вот в него давайте. Вот чуть-чуть назад него, вот примерно. Все шаманы, там трепет оставьте. Короче, средний локовский портал, вот примерно в него ориентируемся, в нем стоим. Кто будет дальше стоять, тому пиздец сразу. Прилетит кот и все, и до свидания. Трепет, убежать. И боб. Готовься. Готов. Сейчас фигачим. Давай. Да, без гера.
Кота бьем. Сейчас выходим, выходим. Из лужи выходимся. Готов добить, убивайте. Сейчас выходим, выходим из лужи, выходим. Кота зафокусите, сейчас всех раскидают. И сразу из лужи выходим. Глянули в тело, пойдемте Хадира, не мешкаем. Пойдемте, пойдемте, у трупа ничего интересного нет. Согласен. Если кому-то что-то надо, блин, котя, но я думаю, это не надо. Вот это кому надо. Рейслин, отдай, пожалуйста, этому шаману ключ. Я тебе дам. Увидел? Башка никому не надо. Хаст СПД. На успехе. Виви шаману отдай. Все, дис. Все, сугроба только не собирайте, пожалуйста. Пуляй, пуляй, пуляй. Фокус больше. На большой добейте. Справа сугроб не соберите, только, пожалуйста. Блять, спасибо.
большого забейте, а потом уже кливайте. Там ДК один потанчит. Конечно. Да, да, конечно. Так, ну тут как обычно, милики правые 4 ДДшки начинают, РДД, когда левые свои убивают, миликам помогают, и дальше уже все как обычно. Да, конечно. Ну, типа, ты хочешь остановить ДПС? Ну, это я там же. Поехали. Давай, готовность. Все, сейчас добавить. Окей. Разу разносим. Не стойте возле пошел по. Хант, осторожно. Можно гео. Давайте, Гетто, давайте. Беги, малышка, беги. Смотрим, ледышки, сейчас забираться будем. Поднялись на сугробы. Добивайте. Убили. Что он вообще ватный стал, капец. Так он, конечно, ватный, 22 ляма. Минута 20 еще, да-да-да. На кого что надо. Тут все зависит от вашего крота. Чем больше у вас крота, тем больше вы дамажите. И как проклят был. Это не ДПС, ну типа это не там, где можно посмотреть нормально ДПС. Я не линковал еще шмотку, почему вы уже линкуете? Кому надо, если надо? Линкуете шмотку, пишите сколько у вас уже видео. Шаманчики, охотники, трэш. Вас ждет. Линкуйте шмотку и пишите, сколько у вас. На ред ты делаешь. По правому баш урона. Поехал шаман. А, шаман. Ты красавчик. Отдай лук. Божья коровка. Машинка.
Electronica. Твой, ты что, на ноутбуке играешь? Да. Два токена еще, для таких, кому надо. Боёк, помню, один. Рейсер. Так у него уже есть. Я ему давал одну. Че это самое, Зент? Набери себе группу в этот, в туннель. О! Группу в туннель? Угу. Локи, дайте огурцы. Ну и в хэйм или обычно? Обычка, конечно. Тогда пофиг. Один танк, два хила и БДР. Ну, давай, окей. Войд в туннель. Танк. Алисан в туннель. Боёк в туннель. Дальше по ДДшкам. Все локи в туннель. Один ЛМ. Роланда в туннель. Ну и...